Это понятная политика. Выборы в Польше уже на носу. И от вранья у правящей партии этот самый нос растет, как у Пиноккио. Не так давно мы рассказывали и про кумовство, и про то, как глубоко засели ставленники ПИС в госсекторе Польши. Но даже предположить не могли, что ситуация там настолько глобальная. Частный бизнес, которым так бравировали наши соседи, стал заложником правящей верхушки. Наиболее лакомые куски ПИС попросту отжимает. Нагло, цинично, бесцеремонно. Рейдерство на уровне государства вошло не просто в привычку, скорее стало частью политической системы. И расскажет об этом не кто-нибудь, а бывший премьер Польши, который успел оценить порядки местной номенклатуры. Знакомьтесь, это Казимирз Марцинкевич, польский политик. Только в одном интервью «Моя правда» собрал столько компромата на политическую верхушку, что отмыться, по крайней мере, перед бизнесом у властей уже вряд ли получится. А читать его чистосердечное признание лучше всего под музыку из «Криминальной хроники». Казимирз Марцинкевич по образованию физик. Образование получил во Вроцлавском университете и университете Адама Мицкевича. Работал учителем в Гожеве Великопольском. Участвовал в «Солидарности». Был вице-министром образования, депутатом парламента. После победы партии «Право и справедливость» на парламентских выборах 2005 года премьером был неожиданно назначен Марцинкевич, а не лидер ПИС и брат президента Ярослав Качинский. В 2006 году баллотировался на пост мэра Варшавы. В интервью изданию «Речь Посполитая» политик, по сути, лишь подтвердил то, о чем строго молчат власти Варшавы. Жаль, что польская СМИ утащила колонку на самое дно, но это ничего. Сегодня мы вынесем ее на первую полосу. Итак, если вы готовы погрузиться в пещеру спрута под названием ПИС, то сейчас самое время сделать погромче. Из откровения политика становится понятно, как все эти годы ПИС активно ставил своих людей у руля всевозможных компаний, подминая крупнейшие национальные отрасли. При этом надо понимать, что до недавнего времени Дуда лишь слепо исполнял волю реального руководителя страны Ярослава Качинского. Лишь в 2017-м в Польше всерьез заговорили о конфликте между Дудой и самим Качинским. Но последний манипулятор продолжает расставлять своих людей на политической арене, даже не выходя при этом на авансцену. Поэтому даже если это интервью и заказ нынешних политиков правящей партии, то это лишь усугубляет их положение. Ведь ПИС просто закапывает себя с головой в глазах избирателей. Итак, с 2015 года 152 члена правящей партии вошли в состав управляющих органов 19 крупных компаний с госформой собственности. Везде, от нефтепереработчика «Орлен» и энергокомпании «Энеа» до Варшавской фондовой биржи, в советах директоров заседают мужчины и женщины с партийной корочкой ПИС в кармане. И они, как никто, умеют отбирать деньги у законопослушных поляков. Например, зиабристы наняли молодых людей на относительно обычные должности в Орлене. Эти люди проработали там полгода, потом были уволены, но в их контрактах был предусмотрен запрет на конкуренцию на год. У них был пункт о неконкуренции, поэтому они получали одинаковую зарплату в течение года и работали на партию. Орлен платил им за это. Это были такие виды деятельности, они были распространены во многих государственных компаниях. Или другой способ. Проводится тендер на покупку магазина или услуги. Если кто-то хотел выиграть такой тендер, неважно, кто это был, не обязательно человек или компания из партии «Право и справедливость». Он жертвовал, скажем, 20 тысяч злотых в ассоциацию или фонд, указанный партией «Право и справедливость». Жертвуешь партией, получаешь тендер. Конкуренция по-польски. Или, скорее, откровенное вымогательство. Как сообщает издание, устами экс-премьера уже на втором сроке оказалось, что членам ПИС этого недостаточно. Они приезжали к Качинскому и, цитата, «все время жаловались».
Качинский, естественно, начал уступать. Стал одобрять мошенничество, миллионы надбавки, премии. И это касается всего госаппарата и экономики. ПИС присутствует везде, словно спрут, пожирая даже самые маленькие компании. Этих людей помещают в компании, у них есть зарплата, и им не нужно ничего делать. Потому что, когда они что-то делают, обычно это не очень хорошо. Действительно, штат оккупирован нацией ПИС, он захвачен. Вся практика политической системы новой, современной, новейшей в Польше показывает, что она основана не на каких-то там демократических принципах, а в большей степени на коррупции, в большей степени на грязных технологиях, которые будут использоваться на выборах. И поэтому практика работы самого Качинского и его коррумпированного метода правительства как раз-таки показывает наглядно, к чему все это может привести. А приводит это к расколу внутри самого польского общества. Сейчас это уже больше похоже на битву. Кто из политиков затянет узел посильнее на шее избирателя? Поэтому, когда Варшава не принимает украинское зерно, то можете не сомневаться, здесь речь вовсе не идет про заботу о гражданах. А делается это как раз перед выборами. Фермеров вроде бы на время получилось успокоить. Но ведь это тоже частный бизнес, а его, как мы помним, пожирает спрут. Пример. Условно небольшая компания производит комплектующие для крупной государственной компании в течение 20 лет, но не может продлить контракт на последующие годы. Кто-то приходит в эту маленькую компанию и говорит: «Слушай, мы тебе этот контракт на ближайшие 10 лет дадим, а ты давай нам отдашь 51% акций». «Господа, это невозможно. Я вложил в эту компанию все свое богатство и годы работы. Я не могу». «Ваша проблема. Не будет контракта и не будет трудоустройства тысячи ваших сотрудников, а вы будете ходить в носках». Легким движением руки ПИС становится владельцем контрольного пакета акций. Таким образом, захватываются активы десятков компаний. И происходит это уже долгие годы. Нехитрая арифметика нужна, чтобы понять, частного в стране осталось пан наплакал. А если так, то какие могут быть честные выборы? Методы давления и запугивания отточены филигранно. Люди сами понимают, что оказались в безвыходном положении. Понятие бизнеса современной Польши, она приобретает немножко другое значение, потому что действительно со свободой предпринимательства там есть достаточно серьезные проблемы. Если ты хочешь спокойно вести свой бизнес, то у тебя должны быть хорошие отношения с местными, ну, в зависимости от объема этого бизнеса, либо с местными представителями права и справедливости, там, может быть, региональными, либо уже, скажем так, с национальным, если у тебя крупный системообразующий бизнес, крупный предприятий. Иного пути для ведения бизнеса современной Польши нет. Возможности надавить на бизнес превеликое множество, а стать на пути у правящей группировки не решается никто. Когда человек управляет крупной компанией, нанимает много людей и не хочет обанкротиться, он просто соглашается на такую сделку и впускает бандитов внутрь. Это государственный бандит. Акции покупают госкомпании, их покупают тендерные агенты, их покупают люди из спецслужб, говорит собеседник издания. Специальные службы играют действительно важную роль в этой экономической сделке. Примерно 30% компаний в Польше находятся в руках спецслужб. Явление нарастает, ПИС перешла к масштабной атаке. У людей просто так отбирают то, что создавалось годами. Хочешь работать – плати, иначе задушат. Например, страдают поставщики госкомпаний. Люди, которые десятки лет были надежными партнерами, вдруг таковыми быть перестали, если не поделились. Тогда на их место быстро приходит другая компания, а у прежней остается скудный выбор – либо закрыться, либо полностью или частично перейти под контроль рейдеров из ПИС. Если у человека большая компания, много занятых людей, он не хочет обанкротиться, он просто идет на такую сделку и пускает бандитов внутрь. Это государственный бандит. Акции покупают госкомпании, покупают у тендеров и покупают люди спецслужб. Спецслужбы в этом экономическом обороте играют действительно очень большую роль. Около 30% польских компаний находятся в руках сотрудников служб. На вопрос журналиста, почему эти люди не протестуют, ответ экс-премьера вполне закономерный. Они не кричат об этом, потому что у них нет возможности. Да и для истерящих место уже приготовлено. Угодить за решетку по политическим мотивам проще простого. Если я правильно помню, в Польше в 2015 году было арестовано 5000 человек. В 2021 году 11 тысяч.
В Польше арестовано в два раза больше людей. А что, больше преступности? Было ли больше преступности во время пандемии? Конечно, нет. Это намеренное запугивание людей. Это политика, принятая Качинским. Но почему СМИ где-то лишь вскользь упоминают о таком беспределе, спросите вы? Ответ на поверхности. Сегодня 90% средств массовой информации в Польше контролируется ПИС. Пару лет назад Орлен, к примеру, сообщил о покупке одной из крупнейших медиагрупп страны – «Польска Пресс». А это ключевой игрок на рынке местных печатных изданий Польши. Она выпускает 20 из 24 издаваемых региональных ежедневных газет и примерно 120 местных еженедельников. ТВ тоже под колпаком ПИС. Несмотря на то, что государству формально принадлежат лишь около 30% акций Орлен, фактически именно оно контролирует предприятие, входящее в пятерку крупнейших налогоплательщиков Польши. Президент концерна заявил, что это приобретение вписывается в стратегию развития Орлен. И как тут не сокрушаться экс-премьеру Польши о том, что доверие к стране резко упало. В основном из-за того, что происходит с судами. ПИС захватывает компании и национализирует экономику. Люди просто не выдерживают и банкротятся. Судя по тому, как разбросал свои щупальца спрут, попробуй не согласиться с нововведениями. Быстро укажут на дверь. Неудивительно, что в стране стремительно растет число банкротств компаний. Сильнее всего рецессия ударила по строительной отрасли, сообщает все та же Речь Посполитая. Издание со ссылкой на данные аналитического агентства Dun & Bradstreet Poland сообщает, что только за первые 6 месяцев 2023 года количество разорившихся компаний составило 2/3 от общего числа банкротств в 2022. Из 110 тысяч закрытых компаний на строительную отрасль приходится 27 тысяч предприятий. В торговле приостановили свою работу свыше 18 тысяч фирм. Если вспомнить, как частный бизнес курирует ПИС, то понятно, откуда такие цифры. Если данная тенденция сохранится в течение следующих 6 месяцев, то в декабре 2023 года количество замороженных предприятий превысит 220 тысяч, что на 30% выше, чем в 2022 году. Представитель Dun & Bradstreet Poland Томаш Стажик. Кроме того, польская экономика сейчас находится в рецессии, пишет газета «Вроцлавска». Это подтверждается данными Главного статистического управления страны. Результат оказался хуже, чем ожидали аналитики. Промышленное производство сократилось, и в следующем году ситуация будет не лучше. Быстрее всего сворачивается добыча полезных ископаемых – минус 7,5%. Водоснабжение, управление сточными водами и отходами, рекультивация – минус 3,4%. Промышленная переработка – минус более чем 2%. Самые главные политики говорят, что это просто цена войны, поддержки Украине и так далее, и так далее. И это значит, так надо, потому что у нас... К сожалению, такая начальная идея, то что даже не любить Польшу, а просто не любить Россию. И значит, даже если у нас плохо, дело в этом, чтобы в России было более плохо. И даже если так не, если так просто не ясно, потому что мы знаем, что, что российская экономика уже там разбиралась с проблемами, которые были после начала специальной военной операции. Дело в том, что в Польше элиты, политические элиты дальше верят, что в России есть более плохо, чем в Польше. Но судя по тому, как закручиваются гайки, людей у кормушки с приставкой ПИ становится только больше. Иначе как еще объяснить счета с чудовищной графой на оплату горячей воды? Один из читателей прислал свой прогноз в газету «Факт». Это прибавки 100 и 200% в год. Люди этого не выдерживают. Они заплатили 400 злотых за квартиру, а получают прибавки 1000 или 1200 злотых в месяц. Польша не может себе позволить без внешней поддержки большие геополитические игры. Да, американцы их поддерживают, но все равно кому-то еще надо на это дело скидываться. И этим некто, кому необходимо скидываться, являются простые польские граждане. Они теряют на повышение цен на коммуналку. Они теряют на снижение уровня
покупательской способности. Да, зарплаты, может быть, растут, но инфляция съедает гораздо больше. Так вот, какое-то польское экономическое чудо. Жилищные кооперативы провели перерасчет стоимости коммунальных услуг, и теперь жителям Варшавы и других городов придется платить на 50% больше. Подобный рост платежей связан с удорожанием расценок и повышением ставки НДС. Дабы отблагодарить за такие свершения политиков, поляки то и дело выходят на марш гнева. Его участники требуют повышения заработной платы. Среди них работники судебной системы, госинспекции, труда, милиции, прокуратуры, пожарные, водители. Люди требуют увеличения жалования. Вот только круглые суммы, которые год делят между собой сообщество избранных, члены ПИС, их друзья и родственники. Люди недовольны тем, что у них происходит в стране, у простых обывателей, у простых поляков, которые не связаны напрямую с властью, огромное количество вопросов. Подчеркивают вопросы с беженцами, это вопрос с поставками оружия. А зачем нам это надо, задают вопрос. Сколько можно, значит, тратить ресурсы, заимствовать средства на Западе, далеком, да? И эти ресурсы направлять на поднятие собственной экономики, а на помощь Украине. То есть, знаете, такой получается вариант посредника. То есть деньги через тебя проходят, что-то оседает в карманах коррупционеров, на экономике Польши это никак положительно не сказывается, а все куда-то уходит. Все эти факты пора бы объединить в большое уголовное дело, но на доске преступного клана ПИС лишь появляется все больше фотографий причастных. Поэтому и остается вешать лапшу перед выборами, пытаясь скрыть за колючим забором, мнимыми врагами и зерновым скандалом дела куда более грязные. Но что-то подсказывает, главный марш ненависти к ПИС еще впереди. Счастливо.